Вызываю. Как минимум один ребенок на этой игровой площадке, похоже, уже определился в выборе будущей профессии. Им в школу еще не скоро, но они с удовольствием готовятся, пробуют себя в разных направлениях. Кто-то осваивает шахматы, кто-то строительное дело, а кто-то, возможно, станет профессиональным водителем. Мне 6, мне 5 в школе. А читать умеете? Я нет. А писать? Я могу. А что любите, рисовать или лепить из пластилина? Я могу рисовать или лепить. Детский сад номер 196. В нем 6 групп и столько же уличных игровых площадок. Летом, говорят родители, дедушки и бабушки, это самое востребованное место. Зелено, убираюсь. Посмотрите, как все красиво. Они тут ухаживают. Все воспитатели просто вот чудо. Ребенку нравится, он отсюда не хочет уходить. Он сюда бежит с радостью. Поэтому мы довольны. Между тем, помимо ухода, площадки требовали обновления, а именно спортивного и игрового оборудования. За помощью люди обратились к своему депутату Ольге Березневой. Вопрос решился быстро и кардинально. И для детей для 3 лет, и для 7 лет. То есть каждая площадка была оборудована сообразно возрасту, мы подбирали оборудование. И поэтому здесь детям удобно, дети могут и порисовать, и попрыгать, и полазить, и спокойные игры, и подвижные. То есть все получилось очень много. Каждая из 6 площадок у нас получилось оборудование достаточно. Напомним, что на каждом округе депутатам городского совета выделяют по 10 миллионов рублей на решение наиболее животрепещущих проблем, которые озвучивают жители. Наказы избирателей Ольги Березневой в первую очередь касаются ремонта и благоустройства объектов системы образования. Их она и выполняет. Это первый наказ, который в этом году уже выполнен. То есть закуплено это оборудование, уже смонтировано. Также мы в этом году будем выполнять основание хоккейного корта, который у нас находится на улице Восточной, 60 лет октября. И этот корт у нас рядом с 52-й школой. И на территории 52-й школы в этом году будем выполнять спортивную площадку. Потом еще у нас впереди ремонт крыши в 13-м детском садике.